Всем привет! Сегодня 17 ноября. Решил подготовить снасти к зимней рыбалке, так как в том году я открыл сезон 22 ноября, а позатом году 24. Поэтому времени осталось совсем чуть-чуть. И решил заняться подготовкой. Приобрел две новые махалочки метровые. Название Ивера. Не знаю, ну по качеству так вроде ничего. Пробковая ручка, эти обмоточки крючков. Все вроде так неплохо выглядит. Более чувствительные. Я рыбачил на махалке от мусорка. Они более пожестче. Если сравнить, получается у этих более эластичный, более мягкий кончик, чем у зеленых, у этих. И у зеленой он получается где-то миллиметр, а этим, ну, наверное, 0,8 кончик. Леску старую я всю посрезал. Заменяем ее, так как она, ну, белеет, светлеет. Лучше новую перемотать. Вот сюда я уже намотал. Сейчас блесенки подчистим и будем привязывать. Получается, зеленые махалки от мусорка у меня вот это 94 сантиметра. А синие 1,10 м. Синие тоже вот хорошо работали у меня. Понравились тоже мне. Как вот под конец сезона я на зубаря на них неплохо положил. Чистить будем пекалом. Паста вот неплохая. Для этого нам нужно тряпочку. Байка хорошая. Ну, вообще неплохо подходит для этого дела. Это вот как вот раньше портянки. Такого материала делали. Вот. Капельку на тряпочку, блесенку какую тут мы почистим, чтобы видно было. Ну вот возьмем медную, я для показа. Вот такая, вот так вот она выглядит, вся тусклая. Ну и немного мы ее смазываем, несколько секунд, 10-20 постоит она, и потом тряпочкой просто протираем, и вся окись, все слазит. Ну и продолжаем. Сейчас я вот все маленькие свои перечищу. Ну и будем вешать их. Все, просто никаких усилий там пастогои начищать. Нет, не надо это. Все, все горит, вот оно. Блестит. В этом году я купил еще несколько гусениц вот таких маленьких. Вот это похоже на богдановскую блесну. На богдановской какие, ну, неплохо. Даже неплохо, а очень хорошо работали. Ну и гусеницы тоже вот прикупил. У меня их тут куча целая, этих блесен маленьких. Ну и работают в принципе все. Ну все, сейчас я почищу еще. Ну и привяжем к махалкам. Ну вот, не прошло и 40 минут, а то и больше, снаряды готовы, почищены. Ну и привязываю я просто на обычную петельку. Такую попробуем привязать, будем пробовать на нее. Ставили леску. Вокруг пальца обмотнули один раз. Два раза продели в эту петельку. 2-3 раза. Так. И вот 3 раза. Перекинули все это дело. Перекинули. Петельку около сантиметра делаем. Вставляем ее. Так вот. Смочили немножко и затянули. Все, блесенка готова, привязана. Лишнее отрезали. Леску я использую. Так, сейчас я отрежу. Все, несколько миллиметров кончик оставили. Леску использую обычную, самую. Зашел в магазин дешевый, купил
0.12, вот 0.14 на гирлянды поставлю, а на махалке 0.12 обычная. Флюорокарбоном не пользуюсь, он слабый совсем на узлах, поэтому он мне не нравится. Я вон повыкидывал все, что у меня было, эти и за 650 рублей, поэтому пользуюсь обычной леской. Так, все. Махалочка готова. Ну и продолжим дальше. Чуть не забыл показать еще. Берем кусочек мобексина. Презерватив, так сказать. Отрезаем где-то миллиметра полтора на миллиметр. Вдвое складываем его. Вдвое складываем, протыкаем. Один раз. Опа. Перевернули. Ну и как бы гармошкой. Опа. Все. Вот такой вот получился. Все. Можно маленьким кембричком прижать еще, чтобы он не слетал. Потому что когда рыба активно клюет, слетает. Все. Махалка готова. Махалки я собрал. Эти я потом домотаю. Завтра буду делать чехол на них. Потому что все чехлы поразвалились. Так, возьмем леску 0.14. 0.12 можно. Ну, я с 0.14 сделал. И свяжем гирляндочку на бусе, на малое бусе. Оно же василковое, под опарыша. Возьмем лески кусок. Где-то примерно, ну, метр, метр двадцать. Возьмем вот таких крючочков. Получается тут размер 0,8. Тут он также 0,1 какой-то. Здесь так они одинаковые. Размер тут тройка. Тоже троечка. Насаживаем на леску эти крючочки. Так, первый. Так. А без разницы. Я вот 4 штуки я делаю. Можно 3, можно 4. Так, сейчас я насажу через петельку, потому что мелкие крючки с лопаткой, это вообще, по-моему, это геморрой вязать. Это надо станок, и ни к чему это. Сейчас я насажу и включусь. Ну вот один насадил крючочек, сдвигаем его. Так же, как вязали блесенку, вот, берем крючок в эту руку, в правую, зажимаем пальцами. Через палец перекинули, ой. Через палец перекинули. Вокруг крючка два раза. Обмотнули. Придерживаем. Затягиваем. Получается петелька. Все. Затянули. Вот так крючок будет болтаться. Ходить свободно на петельке. Я на малородку вот так только вяжу. Не через поводки не вяжу. Так и быстро, и удобно. И результат приносит. И через 20-25 сантиметров следующий. Закрепляем материал. Второй крючок мы насадили. Вот он первый. Вот второй. Через 25 сантиметров. Вот 26 сантиметров отмерил. Опять перегибаю через крючок, через палец. Раз. Раз обмотнул. И второй. Все. Крючок придержали. Так. И затянули. Все. Вот 24 сантиметра пойдет. Петелька получается около сантиметра полтора. Все. Больше ничего не надо. И продолжаем. 4 крючка на гирлянду. Вот так вот. Все будет происходить. Вот они болтаются. Разных цветов вешаю. Все, дальше продолжаем. Опять берем еще один. И также нанизываем на леску, отмеряем и через петлю протягиваем. Гирлянда готова. 4 крючка, больше не надо. Около метра. Мы сделаем. Красный крючок будет у нас нижний. От крючка до грузила
Ну, тоже сантиметров 2. Делаем петельку. Карабинчики сюда я ни карабинчики, ни вертлюжки не ставлю. Глубина маленькая, они там ни к чему. Все, грузик через петлю. Раз. Все, гирлянда готова. Самодур, гирлянда, крючки стоят, получается. Вот они болтаются, играют. Если нужно, чуть пониже. Раз, опустил, подтянули его. Потом приехали на водоем. Опарика подцепили и пошли дербанить. И с этой стороны тоже петельку делаю. А на удочке уже маленький карабинчик. Удобно. Сменил, раз, отстегнул. И дальше пошел. Себестоимость у нее получается там. Если 10 крючков 100 рублей стоит. Там где как, где 70. Вот, 4 крючка 50 рублей буквально. И вот сделал я себе еще чехол. Вот такой из баннерной ткани. Под махалочки. Ну и тут удочки еще будем добавлять сюда. Потому что в магазине не нашел я ничего подходящего. Они то короткие, то не залазят. Вот. А для родных махалок, чехлы от родных махалок, они узкие, неудобные, в общем, короткие, треснутые. Ну все, кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм, подписывайтесь в Инстаграм. Ну, скоро встретимся на льду, через несколько дней, надеюсь, время подходит уже. Ждите следующее видео уже на льду.